Ну что, всем привет, друзья. Тут накануне Нового года решил я сделать вам подарок по многочисленным просьбам, комментариям, да. Я думаю, что на моем канале это будет самый пока долгожданный заезд, да. Потому что вы все просите: заедь с Миллениум, заедь с Пахой, заедь с Миллениум, заедь с Пахой. Пацаны, я знаю, что и там разгон и машины посильнее, чем моя. Вот. У Сереги вообще 5,8 до сотни. У меня там лучшее, что я бью, это там 6,65. Вот, поэтому конкуренты не особо сопоставили. Но тем не менее, я хочу, чтобы вы увидели воочию. Сегодня я подготовил вам такой небольшой сюрприз. Я думал, вы все поняли, да? И тут, походу, хозяин всем подоспел. Привет, подписчики, да. Мы сегодня, так сказать, новогодненький заездик. Новогодний подарок в виде заездика, да. Да, короче, вот приехали, я Паху попросил, он сорвался с работы, за что ему большое спасибо, вот. И приехал прилюдно, короче, разорвать 34-ку. Вот, я, может, и не снимал бы этот заезд, но поскольку уважаю зрителей, я вам покажу то, что я вам отвечал в комментариях, что у человека 4.4 мотор, ручная коробка, короткий редуктор. Ну и посмотрите вообще, эта машина, это же боец. Это вот настоящая боевая BMW, да, не для тех BMW-дрочеров, которые только в гараже натирают и боятся лишний раз газ нажать. Мы как бы с такими не особо в общении. Вот. Ваши тоже там упреки, что типа ты придурок, ездишь на своей машине, ее только надо протирать там, и короче нельзя на ней газ в пол нажимать. Паха, а зачем еще бумер нужен? BMW надо иногда давать просираться, ребята, потому что потом это все... Да, надо регулярно, потому что эта машина, я на ней когда еду спокойно, она говорит: хозяин, ты сегодня не в себе. Нам нет, что там 520 сзади написано, говорит, давай, блядь, не думай, вот, и все нормально. Поэтому сейчас мы сделаем с Пакой заезды, там 2, 3, 4 старта с места и потом заезд роллом. Вот, и смотрите, что у нас сегодня получилось. Вот он, долгожданный заезд по вашим просьбам с Пахой, с баварским волком. Я понял, что, кто сигналит? Ну, давай лучше ты, потому что мне неудобно и держать, и сигналить, хорошо? Прогнозировано и понятно, как бы, адекватным людям. Это же Пахи настоящий боец, уже сделанный под правильное дело. У меня такой вам сохранившийся живой сток, да. Вот, поэтому поедем сейчас еще. Ну да. Окей, просигналишь, да? Был второй старт со второй, потому что он сильно срывается в букс, но со второй
не получается, не вытягивает. Он, то есть, думал, за счет того, что не будет букса, но будет зацеп, как бы результат общий будет лучше, но не получилось. То есть, сейчас сделаем еще один заезд, и Паха будет трогаться с первой передачи. Вот, и все. Все будет четко. Итак, раунд номер 3. Сейчас я с первой буду. Ну давай, чтобы... Вот, Паха достает. Достает. Паха проваливается в букс. Все-таки вот особенность как бы ручной коробки, да? Вот, я в такой букс не проваливаюсь. У меня может там старт, она более, ну, более медленный, но я не зарываюсь. Вот, Паха сейчас зарылся. Ну давай еще раз место и потом обратно роллом. Ну роллом там тебе что цепляться не надо, и мне уже хана сразу будет. Так, друзья, ну что, с Пахой мы, короче, проведем уже 4 раунда. Вот интересно ездить. Я вижу, ну да, моя машина, она не слабее. Вот мне кажется, что реально вот дело в редукторе. Если я себе таки подкину 3.15, то мы будем очень где-то рядом. Реально очень где-то рядом. Сейчас, да, я слепаю, но так, я считаю, что достойно, потому что разница в потенциалах. У меня компенсируется, может, да, состояние лучше, но, опять же, 4 литра автомат и длинный редуктор. У Пахи... Ну, мотор у Пахи тоже красавец, хороший. А, ну, и ручка у него, и... Короче, я уже это повторяю 10-й раз. Вот, хули тут оправдываться, надо ездить. О, Паха там вытворяет, вышивает, красавец. Устрашает меня. Что, ты меня этот устрашаешь, я понял, этими маневрами. Ну. Да, давай. Вот, вот, вот. Паки уже третья, у меня только включилась третья. Паки четвертая. И только вот моя четвертая. 402 метра. Где-то 1,5-2 корпуса. Например. 1,5-2 корпуса. Но я вот сейчас прям хочу вот всю 34-ю. Хорошая, умничка, умничка. Потому что это реально настоящий боец. Да, давайте. Сейчас роллом будет. Нам это поглатывать эту замечательную Пахину пыль. Ну что, друзья, довольны? В принципе, получилось то, что и должно было получиться. Вот, Паха одержал уверенную победу. И это еще, я вам скажу, зима. У меня, допустим, летом картина не особо меняется. А вот у Пахи меняется нехило картина. И на полуслике летом это будет вообще такой жесткий объезд. Вот, но я уже Паху обрадовал, я сказал, что я понимаю, что волк должен быть серым. И вы все говорите, что BMW настоящая должна быть на ручке. Если вы думаете, что я с вами не согласен, то вы ошибаетесь. Потому что у меня еще есть 30-ка на руке. И я Пахе предложил заехать, но мы подождем как бы более нормальных погод, чтобы было более интересно, хороший зацеп. И покажем вам, что из этого получится. Я приведу старшего брата 34-ки, моего 30-ка 86-го года. Мотор паук, одновальный, 12-клапанный, но я там подхимичил, кинул дросселя, другие форсунки, вот, машина облегченная, и, в принципе, едет она, несмотря на то, что у нее древний мотор, очень крепко. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал. Еще раз с Новым годом, Паха, ребята, спасибо тебе. С Новым годом, да, ребята, сегодня заезды были на лайтике, по крайней мере, у Волка. Что второй заезд со второй передачи я попробовал без первого. Потихоньку догонял, но не догнал, да. А первая, вторая, если с места, то
зацепа нет, сильная резина. Но когда зацеп появляется, 40 в оригинале на автомате едет очень бодро. Я ожидал разрыв сумасшедший, но держится. Хотя многие говорят, что она не может ехать на автомате. Она не едет на автомате. Но вот человек, который не понаслышке знает, что такое ехать, говорит, что едет. Едет, ребята. Всех с Новым годом, подписывайтесь на канал, комменты обязательно. И весной будет заезд 30-ком. Да. Давай, Паха. Давай. С Новым годом.